В нашу первую встречу она сделала мне предложение. И ни минуты не сомневалась. Я была уверена. А он так застенчив и полон тайн. Ничего не хочешь мне сказать? Ты желаешь что-то узнать? Я твоя жена. Я знаю все. Ты не мог бы мне помочь? Пусть это останется между нами. Привет. Мы будем звать тебя Лили. Я хочу, чтобы ты попозировала мне, Лили. Нам нужно выйти в свет. Давай удивим всех. Лили, ты так изысканна. Вы совсем не похожи на других девушек. Чувствую, что должен попросить разрешения, прежде чем поцеловать вас. Что все-таки произошло прошлой ночью? На какое-то мгновение я почувствовал себя другим человеком. Лили. Но Лили не существует. Это была всего лишь игра. Я не уверен. Он запутался. Ему нужен друг. Позволь мне помочь. Я думаю, как Лили. Предаюсь ее мечтам. Она всегда со мной. Я скучаю по мужу. Умоляю, верни мне его. С тобой все в порядке? Нет. Дело в том, что я ощущаю себя женщиной. Я в это верю. Такие операции никогда раньше не делали. Ты вся моя жизнь. Операция может убить тебя. Я не вижу другого выхода. Это чужое тело. Я должен расстаться с ним. Я люблю тебя. Ты помогла мне обрести мою сущность. Позволила стать собой. Девушка из Дании.